Сюжеты футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это продолжение нашей карьеры за игрока. Сегодня у нас обзор 7-го сезона. Поехали. В начале сезона мы еще отыграли пару матчей за Боруссию Дортмунд, отыграли 5 матчей, забили 2 гола, отдали 2 голевые передачи и дважды становились игроком матча. В последние часы летнего трансферного окна нам удалось все-таки перейти в лондонское Челси. В сентябре 2025 года сборная России смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. За лондонское Челси мы отыграли 60 матчей, забили 78 мячей, отдали 15 голевых передач. 28 раз были игроком матча, 13 раз попадали в команду недели. Трижды признавались игроком месяца в АПЛ в январе, феврале и в мае. Ну и за весь сезон 2025-2026 мы отыграли 65 матчей, забили 80 голов, отдали 17 голевых передач. Выиграли Суперкубок Германии с Боруссией Дортмунд, выиграли Суперкубок УЕФА с Боруссией Дортмунд, выиграли Кубок Карабао, Чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу Чемпионов за лондонское Челси. Ну и в декабре 2025 года мы получили золотой мяч, это было впервые в нашей карьере. Ну и вот такую карточку мы получили за лучшего игрока в январе в АПЛ. А это карточка лучшего игрока февраля в АПЛ. Ну и последняя карточка игрока месяца в АПЛ — это майская. Третий сезон подряд мы стали лучшими бомбардирами в чемпионате, и в сезоне 2025-2026 мы получили золотую бутсу, забив 38 мячей в АПЛ. И также стали лучшим игроком сезона в АПЛ. Ну и вот такую карточку мы получаем за то, что стали обладателями Лиги Чемпионов сезона 2025-2026 в составе лондонского Челси. Ну и вот так вот изменилась наша немного карточка за весь сезон 2025-2026. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят у нас по субботам. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь», до новых встреч, друзья, всем до свидания.